Действительно очень много, прям буря. Так, вот они мои чемоданчики. Фух. Ой, как много снега. Ой, в моем старом городе так много снега не было. Так, что-то надо постучать. Так, ну где кто-то должен меня встретить был? Прикольно. Они уже, я смотрю, к Новому году готовятся. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. А вы Николай Лебедев? Да, он самый. Здравствуйте. Ой, добро пожаловать в нашу компанию. Ну, проходите, проходите. Вам помочь чемоданы? Ой, да что вы такая девушка красивая. Куда вам чемоданы тягать? Ну, проходите тогда, конечно. Снега много. Сейчас чай попьем, согреемся. Конечно, конечно. Вот чемоданчики. Где ж вы без шапки-то? Ой. Проходите, проходите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как холодно, как холодно. Ой! Ай-ай-ай! Ой! Вы в порядке? В порядке, мне просто очень скользко. Господи, девушка, вы без шапки же. Ой, да, что-то я думала, быстренько схожу, отойду на перерыв. Думаю, ну оденусь, не слишком тепло, думаю, не так холодно. Ну пойдемте скорее, я вам помогу. Да пойдемте, пойдемте. Чемоданчики только затащу. Бедная девушка, ну что ж вы так-то? Ну вот-вот, видите? Ой, вы вся в снегу, пойдемте скорее. Ага. Проходи, Коль. Здравствуйте. Да-да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А Таисия, ты где так долго пропадала? А, извините, я просто выходила на обеденный перерыв. Понятно. Приступай за работу, мы примем молодого человека, ты можешь идти. Хорошо, спасибо. Ну, здравствуй, Николай, чемодан ты можешь пока отложить. Да, конечно. Ну что ж... Давай начнем тебя оформлять. Твоя комната номер 251. Мы дадим тебе ключи. Ты будешь находиться здесь 14 дней. Как я тебе уже говорила, можешь идти, приступать к работе. Я сейчас выдам тебе нужные бумажки. Я, конечно, понял. И у вас очень-очень так красиво нарядили в вашу студию. Не благодари. Мы на самом-то деле каждый год так наряжаем. Так что для нас это не новинку. Ну что ж, не будем долго болтать, иди, и завтра будешь приступать к работе. Хорошо, спасибо большое. Угу, иди. Сейчас тебе там бумажку нужно. Угу. Пойдем за мной. Угу. Спасибо большое. Ну все, приступай. Хорошо. Спасибо, до свидания. Угу. Увидимся еще. Ну что, будем готовиться к Новому году? Конечно. Дочки пока в садике, нужно все успеть. Успеем, успеем. Куда ж мы денемся? Ну, пойдем. Пойдем, конечно. Не забудь одеть свои очки, как в прошлом году, помнишь? Помню, помню. Как мы снимали фильм «Снегурочка», помнишь? Конечно, помню. Дорогая, я все помню. Ты знаешь, за год ничего не изменилось, мне так кажется. Ну, да, в душе изменилось многое, а на деле мы остались все теми же. Мы все те же, как были год назад. Все так же счастливы. Ладно, не будем болтать, пошли уже. Ну, пошли.
Чемоданы пока пусть постоят, а я пока пойду узнаю, где ванная. Алло, Кать. Алло, Коль, привет. Привет. Ну как ты? Да я нормально. Уже неделя прошла. Ты мне не звонил. Да, уже прошла неделя. И я уже скоро поеду домой. Ленька, я очень рада, я жду тебя. Прошла неделя, а такое ощущение, как будто бы прошел целый месяц. Да, я сам был в шоке. Вот как-то так, Катюш. Ленька, как у тебя дела? Как ты там обустроился? А в целом? Ну, в целом нормально. Скучаю, естественно, по тебе. Конечно, Коленька, я тоже по тебе скучаю. Но ничего, приеду, и у нас будет очень с тобой теплая встреча. Да, и я очень этого жду. Я ведь привезу тебе очень много подарков отсюда. Самое главное, ты знаешь. Да, Коленька, знаю, я очень рада этому. Я рада, что у тебя все хорошо. Да, Катюш, скоро уже буду выезжать, недельку побуду и домой. Я так понимаю, ты елку без меня не покупала? Нет, Коленька, не покупала. Перед твоим приездом обязательно куплю. Ладно, Катюш, давай, пока, пошел я. Удачки тебе. Люблю, целую. И я тебя люблю, Коленька. Пока. Пока, Катюш. Все, квартиру украсил, надеюсь, Коленьке понравится. Ну где он уже там? Я его так жду, уже 7 часов. Скоро Новый год. Стол накрыт, пора отмечать. Надеюсь, Коленьке мой наряд понравится. Пойду напишу ему, где он там. Был в сети 20 минут назад. Значит, он уже едет ко мне. Какая же ты у меня красивая елочка. Так пахнет хвоей дома. Ай, Коленька точно оценит мою работу. Коля! С Новым годом! Ой, с Новым годом! Привет, Мариш, привет! С Новым годом! Привет, с Новым годом! Вот я тебе дарю вот такой вот подарочек. И игрушечку на елку. Вот такая вот елочка белая. Возьми. Ой, спасибо. Спасибо большое. Ну, проходите. Ага. Ух ты, какая елочка, какая елочка. Какие классные игрушки, подарки. Тетя Катя. Что такое? Можно мне подарочек? Под елочкой, если игрушку какую-нибудь. Ну, конечно, можно. Сонечка. Ну что, Катюш, как дела у тебя? Ну вот, нормально. Подарок потом посмотришь. Отлично для тебя. Спасибо. Ну что, где Коленька твой долгожданный? На подъезде сказал. Я так жду его, так жду. Ну да, он же тебе такие подарки привезет. Да дело не в подарках. Соскучилась по нему. Ай, ну иди положи под елку. Конечно, сейчас положу. Тетя Катя! Сонечка, много игрушек не бери, это все-таки чужая елка. Что мне этого снеговичка взять? Он такой классный. Ну, конечно, можно. Сейчас подарки положу. Соня, недолго там. Ой, такая милашечка она у тебя. А ты где так не хочешь? Ну ты от кого?
От кого мне их рожать? Ну да, ну садись. Буду ждать Коленьку. Прикольно тебе, подружка. У меня такого брата, как у тебя, нет. Но Коля, да. Коля — это особенный случай. Еще родилась для него, так как больше мужчин нет для меня, кроме него. Подожди, он же твой брат. Ну, брат, но я для него наряжаюсь, чтобы ему было на меня смотреть приятно. Понятно. Ладно, тогда мы пойдем, не будем вас отвлекать. Сонечка, пойдем домой. Ну, мама! Так уже жду. Уже жду, когда пробьют куранты. Ай. Сонечка, домой пора. Пойдем Новый год встречать. Мам, я не хочу. Ну, пора, пора. Бери игрушечку, которую тебе тетя Катя разрешила взять. Хорошо. Ну, мы же придем. Придем завтра. Пойдем, Сонечка, пошли, бери игрушку. Я эту взяла. Ну, вот и все, бери. Пойдем. Катюш, ладно, мы пошли. Ну что, все уже. Пока, девчоночки мои. Пока. Удачи тебе. Желаю классных подарков. Да ладно тебе, пока. До свидания, тетя Катя. До свидания. У меня тут игрушечка, я ее взяла. Хорошо, хорошо, до свидания. Хорошего Нового года вам! Спасибо. И вам того же. Пойдем. Так, свечку включили. Теперь можно садиться. Без Коленьки, правда. Но я надеюсь, он скоро придет. Чемоданчики, Коля, Коля, ты приехал. Сейчас еще подожди. Принимай. Добро мое все, принимай. Коля, заходи быстрее. Чемоданчики. Приехал твой Коля, приехал в шапке Деда Мороза. Ой, Катюш, ой. Ох, да я смотрю, ты елку нарядила. Коля. Подожди-ка, подожди. Шапку уберу. Вот, Катюшенька. Принимай подарки. Коля, ты уезжал с двумя чемоданами. Ты как так приехал-то? Тебе столько чемоданов. О, боже мой. И там подарки для тебя. А кто это лаял? Собака, Коля! Кать, это все для тебя. Вот все для собаки. Миска. Лежанка, корм. Как тебе пропустили с собакой? Да вот так. Вот это все для собаки. А здесь твои подарки. Я тебе обещал привезти, я тебе привез. Коля, Коленька, ну разве так бывает? Бывает. Все вот эти вещи, это все вещи я привез для тебя. Коля, Коленька, спасибо тебе. Я для тебя нарядилась специально. Как ты хорошо одет. Моя куколка, моя красавица. Ты так красиво оделась. Спасибо, Коля. Ну, в общем, вот. Я тебе готов одаривать подарками сполна. Собак. Я о собаке мечтать не могла. Ну, пойдем, пойдем, покажешь мне все. Господи, он даже привез мне собаку. Еще дома маленький. Господи, какой же ты миленький, какой ты хороший, какая хорошая собачка. Я так, наверное, тебя и назову, дружочка. Только елочку тебе нельзя будет кидать. Я сейчас Коленька мне все покажет, и я наложу тебе твою мисочку. Так, это вот оставим пока что. Шапку тоже оставлю. Это я потом ей подарю. Сейчас это не нужно ей видеть.
Ну что, Катенька, ты готова к раздаче подарков? Давай я тебе все покажу, и потом мы будем праздновать Новый год. Я знаю, ты не только о собаке мечтала. Ну что ж, давай я тебе все покажу. В этом чемоданчике полностью твои подарки. Катя, иди сюда. Что, Коленька, первый мой подарок, который я тебе просто так купил, это ожерелье. Коля, спасибо. Это не все еще, вот пример возьми. Спасибо, я в нем Новый год буду. Это не все. Дальше я дарю тебе вот такой вот стильный блокнот с ручкой. Для чего ты потом поймешь. Вот возьми, Катюша. Это специально такой вот классненький блокнотик. Я думала, он тебе понравится. Какой классный блокнот, спасибо большое. Самый важный презент, который ты ждешь. Да, 14-й айфон. Встречай, Катя. Он твой. Айфон. Я не верю своему счастью. Это же 14-й айфон, как я просила. Он такой красивый, в чехле с зайчиком, как символ следующего года. Коля! Спасибо, Коля, за 14-й айфон. Катя, ну ты чего? Я такая счастливая, я самая счастливая на свете. Я не знаю, как тебя благодарить. Это самое лучшее чудо, что со мной случилось за Новый год. Ну, Катюш, я очень рад, что тебе понравилось. Я старался только для тебя. Я ведь говорил тебе, что я заработаю тебе на этот телефон. И не только телефон. Ты привез мне самое главное еще помимо телефона, это собака. Я обещал ведь тебе сделать, чтобы ты была самая счастливая. Спасибо. А теперь давай, садись, будем отмечать Новый год. Я положу все подарки. Так это не все подарки, подожди. Не все, ну куда же еще больше? Вот, Катя, я дарю тебе эту швейную машинку. Блокнот специально с ручкой нужен для нее, чтобы ты вырисовывала картины, которые хочешь шить. Давай одевай новое украшение, и я пойду за стол садиться. Уже скоро будут бить куранты, мы тут с подарками совсем уже замотались. Сейчас пойду еду дружку положу. Хорошо, Коленька, сейчас. Сейчас все подарочки уберу и 14-й айфон уберу, господи! Катюш, я бы хотел поздравить тебя с Новым годом. Я бы хотел пожелать нам в следующем году счастья, чтобы мы были здоровыми и чтобы у нас все было с тобой хорошо. Я очень рад, что этот год я провожаю с тобой в такой уютной обстановке. Оленька, тебя тоже с Новым годом. Спасибо тебе за то, что ты появился снова в моей жизни и за то, что принес в нее очень много счастья и позитива. Тебя тоже с Новым годом, родной братик. Я тоже желаю тебе всего того, что ты мне пожелал. С Новым годом, Коля. С Новым годом, Катя.